Да, слушай. Привет, брат. Да не, на тренинг, наверное, сегодня не пойду, потому что что-то приболело немножко, температурка небольшая, витаминов не хватает в организме. Чего? Альфа-мен, да, есть, а что? А чем мне это может вообще помочь-то? Да ну, 40 витаминов в таблетках каких-то, серьезно? Ну давай, короче, так, если это поможет, то я пойду на тренинг. Сейчас выпью, короче, попробую, да? Все, давай. Привет, друзья! Ну что, собираемся на тренировку? Запомните, я вам говна не посоветую. Реально хорошая штука, отличные витамины, которые способствуют улучшению всего нашего просто организма и восстанавливают после тренировок. Полетели! Ну что, друзья, сегодня у меня грудь и плечи. Прокачиваем грудачок. Покажу вам, какие упражнения я делаю. Это 3 сета у меня будет на нижнюю часть, на среднюю, на верхнюю. И также на внутреннюю. Нужно не забывать про нее. Поехали. Что касается плеч, я качаю их 2 раза в неделю, потому что это у меня отстающая группа мышц, поэтому нужно их прорабатывать почаще. Папарацци, брат. Да вообще, нормально. Так. Блин, вот заходишь, короче, твой лично вот этот ящичек открыт, а все закрыты. Че за фигня просто? У меня так много раз было. Еще знаете, какая есть тема? Приходите в зал, весь зал пустой, только ты еще какой-то мужик. Ты открываешь дверь, и вот из 50 шкафчиков обязательно он возьмет с тобой. Это так бесит. Еще есть такие, я не знаю, если вы в этом зале занимаетесь, такая жизнь, какой-то... Шлепок не закрывает дверь, а ты с голой жопой здесь переодеваешься. Да. А там женщины, понимаешь? И еще люди, короче, вот там моются, а там, блин, все видно. И зеркала так стоят, что ты реально задницу светишь на весь этот. А там женщины, девушки, короче, постоянно делают какие-то упражнения. Да, есть такая. Я просто ору с нашего зала. Сейчас опять, короче, все будут говорить, что я в трусах. Вот такие вот шортики, короче. У меня, кстати, тоже короткие. Но они на труселя похожи, на самом деле. У тебя? А вот такая же хуйня. Ну, Санька тоже от MyProtein банка. Красавчик. Суперсет мой состоит, короче, из жима штанги, вот то, что пацаны вообще сейчас делают. Потом у меня жим гантельно-наклонной скамье. И сразу же 3-е упражнение – это разводки в бабочке. Ну что, начинаем, погнали. Итак, первый суперсет был разминочный. Делали не с особо большими весами. Делаем от 6 до 12 повторений. После уже 3 подходов сложно 85, поэтому переходим на 70. Вообще мы должны делать таких 3 суперсета, 3-4, 4 будет нормально. Первый разминочный с маленькими весами, потом мы стараемся 2, 3, 4 брать уже максимальные веса и делать с максимальными весами. Поэтому переходим сюда. Опять же, как я и сказал, стараемся брать максимальные веса. И сделать хотя бы минимум 6 повторений надо, чтобы мышцы росли. Сделали 4 подхода на грудь, теперь делаем на плечи. Это жим Арнольда, и потом мы поделаем колесико, или руль, как его называют, еще увидите, короче. When you feel my words, it's like a life. I have no desire to die here. Опять же, тут делаем где-то по 6-12 повторений, вес довольно большой, и будем делать 4 подхода.
во всех. И в руле, и в жиме Арнольда. Это, короче, наш местный Халк. Да, всем привет. Какой у тебя объем руки? Примерно 45, но это на холодную. Охренеть, напряги. Вот так. Ну, напряги. Бицепс не будет, например. Почему? А бицепс у тебя не очень хорошо развит. Ни хрена себе не очень. Нормально. Так что, ребят, чаем состязаться. Всем удачи. Пока. Так, следующее упражнение у нас руль. Я его рулем называю. Делаем 4 подходика, я все не буду показывать, потому что долго видео будет идти. Делается вот так. Again, you lazy, my pen game crazy. I'm still in the game like Navy. Ain't whooping a damn Mercedes, but when they come in this. Упражнение очень хорошо задействует мышцы стабилизаторы плеч, поэтому обязательно нужно делать. Только вес поменьше надо взять, а то после 4 подходов сложно. Так, друзья, сейчас после тренировки мы будем делать соревнования, это подтягивания. Мы с Саней накинем по десятке, так как он весит 80, мы накинем по десятке и будем на равном весе подтягиваться. И посмотрим, кто на максимум сделает больше. Ну что, поехали. Короче, ребята, решайте, кто выиграл. Этот танк выиграл, либо я, либо Санек, кто выиграл. Я сделал очевидно меньше, так что. Вот, короче, все, пишите в комментариях. Всем удачи, ребят, пока. Всем удачи, пока. Пока.